соблюдать правду, хранить братство, переносить обиды, быть великодушным, не отвергать отпадших от веры, но обращать и успокаивать их, вразумлять согрешающих, не притеснять должников и тому подобное. Не почитаешь ли это добром? «Нет ничего лучше и достойнее этого», — воскликнул я. «Вот и твори эти дела, и не воздерживайся жить с Богом, равно как и все, которые соблюдут эту заповедь, будут жить с Богом».